Как вы думаете, какая из этих трех машин сможет перелететь этот трамплин? Возьмем первый автомобиль, это Лада Веста. Берем разгон, набираем скорость и перелетаем. Но, к сожалению, у нас это не получилось. На очереди у нас машина поинтереснее, Тесла Кибертрак. Начинаем разгоняться до максимальной скорости и подлетаем. Но опять провал, машине не хватило скорости. И, наконец, самый интересный автомобиль. Бугатти Широн. В нем я очень уверен, потому что это самая быстрая машина в мире. Кстати, игру можно скачать по ссылке в комментариях. Ну что же, мы набираем максимальную скорость и взлетаем. Ну и наконец-то у нас получилось перелететь этот трамплин. Ну и на каких машинах мне перелететь этот трамплин в следующий раз? Напишите в комментариях.